Древняя бурятская легенда. Богатырь Байкал. В стародавние времена могучий Байкал был веселым и добрым. Крепко любил он свою единственную дочь, красавицу Ангару. Красивее ее не было на земле. Днем она светла, светлее неба, ночью темна, темнее тучи. И кто бы ни ехал мимо Ангары, все любовались ею, все славили ее. Даже перелетные птицы, гуси, лебеди, журавли спускались низко, но на воду садились редко. Они говорили: «Разве можно светлое чернить?» Старик Байкал берег дочь пуще своего сердца. Однажды, когда Байкал заснул, бросилась Ангара бежать к юноше по имени Енисей. Проснулся отец, гневно всплеснул волнами. Поднялась свирепая буря, зарыдали горы, попадали леса. Почернело от горя небо, звери в страхе разбежались по всей земле. Рыбы нырнули в самые темные воды, птицы унеслись к солнцу. Только ветер выл, да бесновалось море-богатырь Байкал. Могучий Байкал ударил по седой горе, отломил от нее скалу и бросил вслед убегающей дочери. Скала упала на самое горло красавицы, взмолилась синеглазая Ангара, задыхаясь и рыдая, стала просить: «Отец, я умираю от жажды, прости меня и дай мне хоть одну капельку воды». Байкал гневно крикнул: «Я могу дать только свои слезы!» Сотни лет течет Ангара в Енисей водой, слезой, а седой и одинокий Байкал стал мудрым и страшным. Скалу, которую он бросил вслед дочери, назвали люди шаманским камнем. Там приносились Байкалу богатые жертвы. Люди говорили: «Байкал разгневается, сорвет шаманский камень, вода хлынет и зальет всю землю». Только давно это было. Теперь люди смелые и Байкала уже не боятся, но уважают и почитают.